торговой сети ситуацию пояснили так, цитирую официальное письмо. Все привыкли, например, к Кагору с изображениями храмов на этикетке. А это пробная партия сувенирной продукции, стилизованная производителем. Люди покупают в основном в подарок. Конец цитаты. На Красноярском ликероводочном заводе от комментариев отказались, но сообщили, что выпускают напитки в такой таре уже давно. Мы спросили у горожан, как они относятся к бутылкам-часовням, и вот что услышали. Мне кажется, нельзя такое продавать. Ну, все-таки это святое, часовни, храмы, все это. И не стоит делать. Ну, даже не могу сказать, потому что это как бы символ, да, веры. Русский народ хорошо верит. Круто. Ужасно. Ну, наверное, часовню зря. Все-таки это религиозное сооружение. Наверное, против.